По прогнозам гидрометцентра Хакасии, сегодня ночью в Абакане столбик термометра опустится до 40 градусов. По республике в целом будет немного теплее. В разных районах температура от 22 до 37 градусов. Завтра днем воздух в Хакасии тоже прогреется неравномерно от 15 до 30 градусов. Не потеплеет в республике и ближайшие выходные. Антициклон не намерен покидать Хакасию. В отдельных районах температура по-прежнему будет опускаться до 40 градусов. Трескучие морозы продержатся еще до 2 февраля. Дневная температура будет находиться в пределах 20-25, а в отдельных районах до 15.